Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрей. Эх, что же делать-то, а? Что же мне придумать? Вот ведь беда, вот ведь огорчение. А вот и я, всем добрый день. Здравствуй, Шунь. Эх, вот ведь незадача какая. Да какая незадача, ты о чем говоришь, Енотыч? Ой, Шуня, тут такое происходит. Ты только посмотри, какую мне телеграмму прислали. Ух ты, какая красивая телеграмма. О, сколько на ней цветочков нарисовано. Вот именно, цветочков. А знаешь, что в ней написано? Что? Что меня приглашают на конкурс любителей садоводов-огородников. Ура! Как я за тебя рада! Ты на этом конкурсе обязательно первое место получишь. Как бы не так, Шунечка. Этот конкурс непростой. Он недаром осенью проходит. На этом конкурсе все садоводы-огородники должны свои достижения показывать. Ну, кто какие цветы вырастил, какие клумбы из них сделал. Так это же здорово! У тебя, я видела, самые красивые цветы во всем саду были. Да, в том-то и дело, что были летом. А сейчас вон, осень на дворе. Эх, пропадай, моя тачка. Какая еще тачка? Ну, которую на конкурсе за первое место вручить обещали. Ну, подожди, Енотыч, ну не расстраивайся. Ну, может быть, мы еще что-нибудь придумаем. Да что тут придумаешь? Если клумба самой красивой и необыкновенной должна быть. И все-таки я думаю, что ты, Енотыч, сможешь сделать именно такую клумбу. Добрый день, друзья. Добрый день. А как же я ее сделаю? Где я ее возьму? Ведь до конкурса только неделя осталась. Ну как же? Насколько я помню, наша огородная пугала как-то раз сделала такую клумбу для своих лесных друзей всего за один день. Вот это да! Вот это здорово! А как же она это сделала? Я что-то ничего об этом не слышал. А я сейчас вам все расскажу. Ну-ка. Итак... Как-то осенним деньком стояла наша пугала в огороде и песенки напевала. Лютики, цветочки у меня в садочке. Целый день сажаю их в грядки и горшочки. Ой, кажется, грустные вздохи слышатся. Кто это по осеннему солнечному деньку не радуется? Это мы не радуемся. Здравствуй, пугало. Здравствуйте, друзья. Неужели у вас что-то случилось? Случилось. Мы сегодня на нашу полянку прибежали. Хотели попрыгать, покувыркаться, цветочки понюхать, а там? А там ни одного цветочка нет. Осень их все куда-то спрятала и нам ни одного не оставила. Теперь мы до самой весны цветов не увидим. И это так грустно. Ах, вот в чем дело-то. Не расстраивайтесь, сейчас я вам не один, а целую клумбу цветов подарю. Да не простых, а таких, с которыми и зимой ничего не случится. Неужели пугало действительно подарил друзьям такую клумбу? Да, интересно, как он это сделал? А вот как. Он взял цветную бумагу, да, поролон, разноцветные лоскутки тканей. Из всего этого он вырезал разные цветы. Сейчас и мы с вами так сделаем. Эй, хорошо. Так, берем квадратик цветной бумаги, так, складываем его вот так вот. Так, и вырезаем лепесточек. Так, и у нас получается... Получается... Смотрите-ка. Получается цветочек. Распускаются цветы необычной красоты. На столе как будто сад. Этот сад ласкает взгляд. Ой, как много цветов получилось. И все они такие красивые, просто загляденье.
Я рада, что вам понравилось. Юля, а как же мы из всех этих цветов клумбу сделаем? А вот как. Для этого, друзья мои, нам понадобится половинка пластиковой бутылки. И на ней мы делаем вот такие надрезы. Так. Как их много! Раз, два, три! Ой, даже не сосчитать, сколько вышло полосочек! А теперь на эти полосочки мы надеваем цветочки. Так. Вот. Еще один. Да это же самая настоящая клумба получается. Заметьте, друзья, что стебельки для цветов мы делаем из трубочек для сока. Так их будет удобно надевать. Да. Так. Ну, а чтобы наша клумба была более устойчивой, я предлагаю на дно баночки положить разноцветные камушки. Можно ракушки тоже. Так. Ну, как, еноточ, тебе нравится? Ой, клумба получилась самая красивая и необыкновенная. Да, то, что ты и хотел. Точно. Спасибо тебе, Юль. Теперь я обязательно в конкурсе садоводов участвовать буду. Я уверена, что ты, еноточ, займешь первое место. Ну, а теперь нам пора с ребятами прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, друзья. Всего вам доброго, ребята. Храни вас Господь.